Кровавый жених, чтобы поразить свою невесту, молодой человек убил таксиста, засунул тело в багажник и вместе с девушкой стал кататься на его машине. Ну, говорили, то, что он в багажник его увез. Его и нашли у него, у девушки. Машина-то там стояла. Внутри машины в крови было. Вы как, не испугались, он в крови-то к вам приехал? Дочь моя спросила, почему кровь у тебя. Он сказал, что шиб собаку. Подробности жуткой трагедии сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.